Привет, друзья! Итак, меня часто спрашивают, как я высверливаю и удаляю поврежденный металл, каким способом, чем пользуюсь. Решил снять небольшое, коротенькое видео и покажу на отдельном примере. Итак, вот такой пример. Итак, мне нужно удалить вот эту часть. Сначала сверлю сверлом 2 мм. По центру контактной сварки. Затем прохожусь сверлом 7 мм специальной заточки. Как я его затачиваю? Может, не очень хорошо видно, но пример такое специальное сверло для контактной сварки. Я его затачиваю болгаркой. Круг шлифовальный, обязательно новый, чтобы не были сточены края камня. После заточки сверло выглядит примерно вот так. И вот таким сверлом я прохожусь уже по намеченным отверстиям на толщину удаляемого металла. Ну вот примерно так получается. И затем срубаю. Срубаю я вот таким самодельным инструментом, сделанного из полотна пилы и заточенного. Ну вот, пожалуй, и все. Новое видео. С вами был Артур. Пока!